Всем привет, с вами я, Кикюмброс, и сегодня я скачал еще больше модов и такой всякой херени, значит, аватары. Смотрите, какой я, а я могу... А я же могу сделать так, чтобы я был... Чтобы у меня... Смотрите, ребят, это я. А почему я как-то так странно стою? Ничего, выше надо себя сделать. Окей, сейчас сделаю. Чё, я что сделаю? Ну все, вот я теперь нормально стою. Это, блин, неправильно только немножко. Окей, вот, вот здесь. Капец, я чудо-юдо такое стрёмное. Так, еще какой-то челик. И... А чё это за хрень? Такая огромная махина. Этот еще, короче, ребят, аватар у меня есть. Да, классно то, что у меня есть аватары, так а нафига они мне? Все, поэтому давайте я сделаю себя обратно нормальным, поменьше чуть. Все, аватары класс, да, офигенные аватары. Значит, я добавил вот такую вот. Вот такие вот ноты я добавил. И Coco Melon, вот. Сейчас с ними будем, кстати, играть. Окей, сейчас немножко поиграем с этими нотами. А потом будем играть с другими. Значит, кастом. А почему кастом саунд? У меня что-то... Ладно, допустим. Да бляха, вы чё? Я обосрался. Давайте еще раз, погоди. Давай, это слишком неожиданно было. Окей, что-то там хэк. Ну? Класс, окей, ладно. Блин, я реально обосрался. Вау, пусть такое будет. Окей, ладно, я не до конца понял, как здесь правильно надо загружать песни. Ну ладно. Custom Notes, окей, мы определились. Вот хорошо. А, понятно. Мы определились, выбрали. Давайте теперь мечи. Меч какой-то супер RTX, кстати, смотрите, вау, какой прикольный. Далее у нас какой-то не еще меч. Короче, пусть будет вот такой RTX меч. Да. Вот, и значит, сейчас мы будем проходить песенку. Какую-то. Все, вот это вот она. А почему, кстати, меня сейчас не пугает Фокси, то есть... Вот, я же где это? Ёперный кокос. Вот это она. То есть вот. Водите, а? А, понятно. Ладно, пусть будет вот это. У-ху-ху, я еду куда-то, непонятно куда. Ладно, все, погнали вот так вот поиграем. Это чисто разминка, чтобы было. И чтобы я ознакомился. Coco Melon. Капец. Да блин. Кис, блин. Кис. У меня еще кастом текст. Кастом мисс текст пишет. Ну, есть эта функция. Вот, ассистент. Ну, короче, помощник. Кстати, еще, если я вот сейчас сыграл песню вот с такими сейберами и кубиками, мне надо будет их поменять на следующую песню. Зачем я это сказал, если я сделал так, что не громко будет? И, ну, и игра не громче меня, наверное. Потому что я не знаю, как вам, но для меня она громче меня. Я себя почти не слышу. Да, блин. Блин, погоди, тянул чешется. Да, блин! Да и ладно.
Короче, я зафейлил, но главное то, что я... Главное то, что я, короче, обоба недоделанная. И главное то, что я размялся, и теперь давайте, думаю, хоть я и не прошел песню, но с такими кубиками я точно не смогу пройти, поэтому давайте поменяем на вот это хотя бы. Во, на вот это давайте поменяем все. Вот, короче, поменяем на вот это, и... А меч, мечи пусть остаются, потому что, ну, с такими кубиками я не могу пройти. Ха, какая ха. Хи-хи-ха-ха. Эллин! А, все, я понял. Не понял. Да почему это так сложно? Да, значит, custom notes, я хочу их менять на вот эти, пусть будут все. И давайте сейчас я поменяю, короче, сейберы, потому что эти мне не надоели, блин, да. Ладно, пусть эти будут еще. Сейчас пройду эту песню и потом поменяю. Просто хочется... Просто другие хочу. Эти мне не очень нравятся. Ну ладно. Так еще более-менее понятно. Что здесь, да и как делать. Блин. Да блин! Лул. Какой-то лул там был. Нет, это с такими кубиками вообще нифига не поймешь. Они просто слишком... Они переливаются, и это как бы тяжело так проходить. Что? Что так надписей много было? Как это пройти? Капец, я нечаянно нажал сюда, на меню. Да что за хрень? Как на очень неудобную кнопку здесь ставить паузу. А почему это так тяжело? Почему это так быстро и так тяжело? Это нереально пройти. Для... Ну, я не могу лично. У меня вообще ноль. У меня вообще ноль комбо. И что у нас далее есть? Какие здесь? Фреш, это я потом пройду. Да блин. Все. Куда еще я нажал? Угу, так и знал. Блин. А, это еще что? Окей, то есть я это могу настроить, да? А где здесь? Пойди. Как здесь? О, щит. Я и понял, у меня было 90, а хочу я... У меня было не 90, вот. Не, а я хочу... Да ёкерный бабай. Так как отсюда? Ну все. Cinema, окей. А, это камера 2, значит, окей. Forging camera, ух. А как это переместить? Окей, а как это переместить? Ладно, допустим, какая-то хрень. Я хочу немножко поле зрения повысить.
Во, вот так. Давайте сотку уже, пусть будет. О, 104. Окей, все, 104, думаю, нормально будет. Меню, плеер. Плеер, ладно, все, короче, думаю, так нормально будет, партнерли что-то еще пройдем. Restaurant and order a large one topping pizza, and the guy will say, "What pizza topping would you like?" And then you say, "I want." Давайте это пройдем. Hey there, this is Danny Fresh with a fresh pizza tip for you. Do you want to know how to receive a free one-topping Domino's pizza from Domino's Pizzeria and Restaurant? Well, sit down, let me tell you. Step one, telephone a Domino's Pizza Eatery Restaurant and order a large one-topping pizza. And the guy will say, what pizza topping would you like? And then you say, I want my topping to be another steaming hot Domino's one-topping pizza. So the guy asks, okay, what topping would you like on your Domino's one-topping pizza topping? And then you say, go ahead and make my second Domino's one-topping pizza topping a Domino's one-topping pizza. Не, я это не пройду. Еще и знать, что он говорит вообще. А, мадам, все, давайте. Четыре минуты вот это. Подайте. А песня-то ускоряется. Кубики, точнее, быстрее начали лететь. Погоди. Вот это надо. Минус 50%. Чего-то оно отбирает. Кстати, хотел сказать то, что вот это, когда я разрезаю кубы, то они у вас, то частицы у вас отлетают, а у меня они просто пропадают. И мне вот нравится, когда они просто пропадают, они вот эти частицы улетают, поэтому я не знаю, как это настроить, чтобы вам было видно так же, как и мне. Все свои комбо не просрал. Ладно, бывает. Ну, серьезно! А как? Окей, потом на монтаже пересмотрю. Капец, вот почти прошел. Ну, без этих. Почти прошел без... Почти прошел фулл комбо, короче, так скажу. Без ноумы. Первый про... Блин, не
получилось. Ой, получилось. Ну опять! Это что за хрень? Ну чисто два раза я промахнулся, потому что я лох. Второй раз. Ладно, там, блин, первый. Да и первый раз я промахнулся, потому что я лох. Песня, ну, она легкая, она ж, ну, тут даже кубы быстро не летят. Вообще на изи можно было пройти со всеми комбами. Ну опять! Ну опять, ну и что это? Уже не две S, а одна. Супер классно. А уже, ну да, конечно, блин, давно уже плохо. Думал на первое место, на второе, хотя бы на третье там попаду. А на одиннадцатое уже где-то попаду. Но даже одиннадцатое это уже большое. Я уже зажрал. Да ну, что? А как это я? А как это я? А ты издеваешься, как это я сделал? Там куб. Я разрезал. Два куба как-то странно разрезал. Еще чуть-чуть, кстати. Сейчас подвох будет, я жду кубов. Не, а если сейчас эти бомбы... Не, нет уже. Уху-ху, ну я, блин, ну... Реально, а что это за хрень? А нафига мне это? More info. Я думал, оно пропадет, если я оттуда нажму, а просто мне высветилась какая-то хрень. Окей. Вот, и еще я хочу одну песенку пройти, вот эту. Очень прикольно. Поди! Все. Фух. Все. Все, я готов. А давайте ее попробуем с другими палочками пройти, потому что вот последний мой сейвер. Надо попробовать последнюю песню, наверное, с ним пройти. С ним, точнее. А он, кстати, так себе, если честно, выглядит. Дайте я себя чуть выше сделаю, потому что я до кубов просто еле дотягиваюсь. Все. А этого не должно быть. Нифига себе, я руки вытяну. Так далеко. Ага, а сейчас прикол в том, что мне придется лечь, когда приседать надо будет. Не-не-не, я себя пониже сделаю, потому что я, чтобы вы понимали, мне пришлось прям полностью вот так вот присесть прям. То есть вот мои эти, вот мой пол в жизни. И то есть мне прям вот так вот пришлось присесть, это капец. О! Step to the right. Now to the left. Now to the right. Now to the left. Everyone step to the left. Everyone step to the right. Everyone step to the left. Now to the left. Left. Now to the right. Ой, самая сложная часть. Left, right, left, right. Я думал, я ее пройду. Не тот сейвер, блин. Ну, это понятно. Все, жопа. Нет! Я выжил! Пожалуйста, хоть бы сейчас...